На открытии Олимпиады Тихонову поручили нести знамя страны. Перед трибуной президента я должен знамя держать двумя руками, вот так склонить. И вот, вы знаете, вспоминая все эти холодные войны, все прочее, я его чуть-чуть выше поднял и гордо мимо трибуны президента так и прошел. Не тот я русский мужик, преклонять знамя.